Романе Григоровичу, хочу нашу сьогоднішню розмову почати із свіжого звіту Американського інституту дослідження війни, в якому йдеться про те, що російські атаки можуть досягти значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмуту, якщо Сполучені Штати не нададуть допомогу Україні. Про що детально пишуть, значить, що здатність українських сил відбувати активізовані російські наступальні операції на сході України погіршилася через нестачу матеріальних засобів і, ймовірно, продовжить погіршуватися в найближчому майбутньому, якщо затримка з наданням безпекової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки триватимуть. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? І як ви ставитеся до того, власне, що зараз в інформаційному просторі відбувається довкола теми часового яру? От буквально готуючись до нашого з вами інтерв'ю, кілька хвилин тому зайшла на сторінку Андрія Цаплієнка, який скріншот публікує, про що пишуть бійці, які там безпосередньо в часовому яру, вони говорять про те, що росіяни не закріпилися там на позиціях. Але такої інформації про те, що там місто, взагалі ситуація надзвичайно критична, дуже і дуже багато зараз в інформаційному просторі. Ну, дело в том, что в информационном пространстве почему такую информацию? Это же прогностическая информация, прогностическая. Понимая, что произошло с Авдеевкой, экстраполируя ту же самую проблему и на Часовьяр, естественно, люди, которые занимаются анализом разного уровня, дают такие прогнозы и именно прогнозируют. Не то, что говорят о том, что сейчас что-то, а и прогнозируют развитие ситуации. Если не дать достаточное количество боеприпасов, то повторится ситуация в Часовьяре, как и в Авдеевке. Именно из-за, в основном, как минимум треть, это точно причины, почему мы отошли из Авдеевки, это было недостаточное количество боеприпасов. Та же картина сейчас и в Часовьяре. Недостаточное количество боеприпасов, есть такая возможность. Еще раз, это говорят о возможности, а не о состоявшемся факте, это надо четко понимать. Опять же, о определенных прогнозах. Потому что если поставят достаточное количество боеприпасов, Часовьяр удержим, однозначно удержим. Там есть механизмы его удержать. Это господствующая высота, там есть достаточное количество артиллерии, боеприпасов просто нет. Есть сейчас, я бы даже так сказал, уже паритет, а то может быть, и определенное превышение количества беспилотников у нас. Там достаточное количество беспилотников. Сейчас уже ребята друг другу мешают. Даже так проходит, потому что количество каналов небольшое, и управлять каналами, то есть вклиниваться в каналы сейчас очень сложно для выполнения боевой задачи. Как раз из-за количества беспилотников. Там даже интересная такая сейчас проблема возникла. Недостаток операторов. Беспилотников больше, чем операторы могут их использовать. Вот та же 92-я бригада, моя любимая, так сказать, там есть несколько подразделений, типа код 9-2. Вот не хватает операторов, потому если у кого есть такая возможность, звоните, помогайте в рекрутинговый центр 92-й бригады, запрашивайте подразделение код 9-2. Туда очень много сейчас операторов надо, подошло большое количество беспилотников. Потому есть эти механизмы, как удержать Часовьяр. И потому наши ребята, которые сейчас удерживают Часовьяр, четко понимают, то есть они информацию дают верную на данный момент. Но есть прогностические, еще раз повторюсь, о том, о чем мы с самого начала говорили. Романе Григоровичу, аналізуючи ситуацію зараз на півдні, буду цитувати Центр журналістських розслідувань, який пише, що росіяни за місяць збудували понад 100 кілометрів фортифікацій. Йдеться про узбережжя Чорного моря у Криму і на Херсонщині. До чого там готується ворог? Дело в том, что в прошлом году, если вы помните, все прогнозы заканчивались заходом наших войск в Крым. Было одно, правда, маленькое «но», которое, в конце концов, стало большой проблемой. Это наличие дальних средств поражения, либо авиации, либо в достаточном количестве артиллерии. Авиации мы в прошлом году не получили, а ракет, то есть дальних средств поражения, атакамсов, получили только осенью и пару десятков штук, не более того. То есть не было основной движущей силы для выполнения боевой задачи по заходу в Крым.
Так вот, в этом году, ну, опять же, тут надо с опаской об этом говорить, потому что в прошлом году все понимали, что нам дадут летом, то есть ракеты, часть самолетов, и мы начнем двигаться. А в этом году уже просто боясь, начинаем дуть на воду, так сказать. Потому боясь обжечься на этих прогнозах. Но если будут в достаточном количестве авиация, хотя бы бригада, и достаточное количество, допустим, тех же атакамсов с дальностью даже 100 миль, даже те, которые были в прошлом году, ракеты М-39, то мы однозначно будем двигаться в сторону Крыма, причем уже с правого на левый берег, с левого берега нечего подрывать. В прошлом году россияне подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, блокировали нам на 2-3 месяца это движение по левому берегу, нам пришлось двигаться основными силами на Токмак. Хотя реально для нас оптимальный вариант – это с помощью авиации, артиллерии, наземных средств поражения двигаться в сторону Армянска с левого берега, из-под Олешек или из-под Крынок, неважно, то есть левый берег – это движение. Россияне это тоже прекрасно понимают. Они это в прошлом году понимали, то есть там начали закапываться, но их вот это спасли, их американцы, если так уже говорить. Белый дом их спас с прошлого года, не дали нам самолеты, не дали нам ракеты. В этом году надеемся на то, что мы все-таки получим самолеты и ракеты. Причем самое интересное, этого опасаются россияне, начинают закапываться, понимая, что как только мы получим все достаточное вооружение, мы точно будем в районе Армянска в этом году и, мягко так скажем, постучимся в Крым. И эти 100 километров этих укрепрайонов, они думают, что они им помогут. Британське Міноборони в своєму звіті говорить про те, що зараз російська влада намагається балансувати між захистом заводів в глибині країни, в глибокому тилу, та військ на лінії фронту. Ну і, звичайно ж, пріоритет зараз віддається військовим. І тут вони пригадують Татарстан. І, зокрема, коли глава Татарстану заявив про те, що ніхто не захистить нас, крім нас самих, десь так приблизно дослівно його цитата була. Про що це свідчить? В глибокому тилу зараз ППО у ворога в принципі немає, правильно? Ну, я би не согласився з, допустим, з тезисом о том, що не вибирають на фронт или в тил. Однозначно не вибирають, все йде на фронт. Росіяни всі, то есть вони виконують всі определенные тех условий для создания линии обороны именно в районе фронта, если считать противовоздушную оборону. То есть они напитывают фронт сначала, а уже по остаточному принципу пытаются прикрыть в том числе и тыловые механизмы. Почему у руководителей Татарстана об этом говорят? О том, что мы только на себя можем надеяться. Именно так оно и есть. То есть в таком режиме. Потому у нас есть хорошая возможность, а у россиян нет такой возможности закрыть свои заводы. У нас есть хорошая возможность уничтожить, ну, большую часть экономики России на военной экономике. Это в чистом виде военные цели экономики России военной на европейском континенте. То есть до Урала так это точно. Надо продолжать уничтожать нефтеперерабатывающие заводы. Они дают дизель и авиационный керосин для российской армии. Надо уничтожать металлургические комбинаты. Они дают броню для российской армии. Надо уничтожать энергообъекты, которые питают эти военные объекты. То есть те же комбинаты и те же НПЗ. Надо уничтожать химпроизводство, которое дает взрывчатку для российской армии. То есть и весь этот процесс, он завязан между собой, и у нас уже появились механизмы уничтожения, причем длинные руки есть у наших спецслужб, которые вот уничтожают те же энергообъекты, был уничтожен 110-киловольтный трансформатор главным управлением разведки, потушили 3 военных объекта, уничтожается теми же СБУшниками, беспилотниками СБУ, НПЗ, пока вот, правда, последнее время заметно, что остановили темпы уничтожения. Мы это видим несколько недель,
ни одного НПЗ не было уничтожено, россияне успели их отстроить, часть, по крайней мере, восстановить. А здесь удары по НПЗ должны носить такой синергетический эффект, эффект накопления. То есть надо бить по одному и тому же НПЗ, даже если он и остановлен, все равно бить дальше, продолжать его уничтожать, то есть добивать, чтобы они не смогли его быстро восстановить, потому что есть механизмы восстановления. Поэтому эти, вот включив полностью все механизмы по уничтожению, хотелось бы, конечно, дальние беспилотники, которыми должны управлять уже, наверное, военно-воздушные силы, потому что тяжелый беспилотник, но это не задача его обслуживания, это той же службы безопасности или Главного управления разведки, это задача инженерно-технического состава военно-воздушных сил. То есть надо нам еще эту тему поднимать и принимать решения по переводу управления под эти задачи. А это уже дальности и в 1500, и в 2, и в 2500 километров, которыми можно, в принципе, зачистить от российской военной экономики все до Урала. Это европейская часть. В Брянській області з'явилася інформація про те, що росіяни втратили РЛС «Небо-У». Вона контролювала небо вглиб 700 кілометрів, вглиб України. За даними Служби безпеки, такий комплекс допомагав росіянам виявляти українські засоби ураження, підтримував бомбардувальники, які, власне, атакують нашу територію КАБами. Ну і вартість такого РЛС – 100 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, наскільки це болюча втрата зараз для ворога? Скільки таких комплексів, в принципі, росіяни можуть мати використовувати? У россиян такого рода комплексов мало, там может быть чуть больше десятка, не более того, они очень дорогие, это действительно так и есть. Комплекс в зависимости от высоты действительно видит до 600-700 километров от точки слежения. Это второй такого рода комплекс, который был уничтожен службой безопасности Украины. До этого они уничтожили К-102Е2. Это тоже система радиолокации, правда, чуть меньшего уровня, там 150 километров, но тем не менее да, довольно-таки серьезная потеря для россиян. Вот спецслужбы выполняют задачу, авиационную задачу, то есть по большому счету это выполнение задачи для завоевания превосходства в воздухе под будущий заход тех же F-16, то есть под авиационную компоненту. Сейчас, скорее всего, есть определенный план, мы его видим, процесс его выполнения, в который включены в том числе и наши спецслужбы. Выполнили задачу, ну, на отлично. До речі, тут ще одне важливе повідомлення від Головного управління розвідки, що в ніч на 16 квітня в російському Брянську вдалося знеструмити кілька військових та промислових об'єктів Росії. Йдеться про військовий завод 111, це машинобудівне підприємство, 92-й центральний військовий завод, це постачальник залізничної техніки, і військова частина. В ГУР повідомляють, що вказані об'єкти ворог використовував у війні проти України. Прошу ваші коментарі. Это как раз продолжение моих слов. Это уничтожили питающую подстанцию, трансформатор 110 кВт, который питал три военных объекта. Естественно, раз это система энергораспределения, на ней висят военные объекты, тогда и сама система энергораспределения является военным объектом и подлежит уничтожению. Что и провели, скорее всего, провели наше Главное управление разведки, раз оно доложило о выполнении задач. Тим часом вчора цікава стаття вийшла на «Київпост», де повідомляють про те, що зараз українські інженери розробляють новий підводний човен, який стріляє торпедами. Він може запускати ракети-торпеди і пройшов вже випробування цей новий човен для використання в військових цілях, повідомили виробники. Власне, як ви гадаєте, як швидко, по-перше, він може використовуватися, по-друге, наскільки буде величезною допомога від такої інновації нашим сьогодні військовим? У нас зараз дуже багато об'єктів, які в стадії розробки, проєктування, розробки, створення і виконання бойової задачі. Причем занимаются несколько подразделений. Главное управление разведки, мы про Магуры слышали, Магура В5, Гуровская
Служба безопасности Украины, это молодцы, они несколько беспилотников, бэков подготовили, причем последние бэки с дальностью в 1000 километров и с боевой нагрузкой в 1000 килограмм. То есть это уже такие серьезные беспилотники, которые будут выполнять разные задачи. Они могут, кстати, выполнять задачу в том числе и платформы, если поставить гиростабилизатор, платформы для выполнения задачи противовоздушной обороны или там поражения, допустим, противника в воздухе, могут нести в том числе и торпеды. Это реально, причем торпеды управляемые, ну, если так можно сказать, беспилотники, то уже, только уже подводные. И вот такими разработками занимаются еще несколько подразделений. Естественно, это военно-морской флот, военно-морские силы наши выполняют эти задачи, силы спецопераций, опять же, Главное управление разведки, СБУ, то есть они разрабатывают целые концепции, новые концепции для выполнения задач на Черноморском акватории Черного моря. Основная задача — уничтожения Черноморского российского флота, там еще осталось около полусотни кораблей, их надо все затопить. Мы можем это сделать в этом году с помощью, кстати, вот такого рода механизмов. Однозначно стоит задача уничтожения портов, то есть российских, которые используются военными кораблями для выполнения уже своих задач жизнеобеспечения. Ну и уничтожение некоторых механизмов по прокачке нефти, так как нефть является одним из механизмов, который питает военщину российскую, военную экономику, то есть уничтожать те же нефтяные маяки, терминалы, ну и так далее и тому подобное. Не только на земле, а еще и в море. Мы уже били по нефтяному маяку в районе Новороссийска, вот надо его уничтожить полностью, чтобы Россия не смогла торговать нефтью. И таких задач очень много, которые могут выполнять такие аппараты. Вот один из них, о которых вы говорите. Романе Григоровичу, ще одна актуальна тема, яку хочу з вами обговорити. Її зараз озвучив заступник командувача Об'єднаного морського командування НАТО Дід'є Малер. Говорить він про те, що Європа та Північна Америка зараз вразливі дуже до підводної гібридної війни, тому що Росія розвинула здатність перерізати кабелі, які відповідають за підтримання онлайн-зв'язку. 90%, говорить Малер, інтернету знаходиться під водою. Всі наші зв'язки між Сполученими Штатами, Канадою, Європою передаються під водою. Тому існує багато вразливих місць. Скажіть, будь ласка, наскільки, ну, власне, наші союзники, Захід, прораховує можливі ризики і сценарії, що Росія ось може відкрити такий гібридний фронт, і наскільки вже сьогодні забезпечена безпека підводного інтернету? Ну, это один из аргументов для того, чтобы проводились дальше мероприятия по локальной безопасности, то есть континентальной безопасности, той же Европы, для того, чтобы не быть завязанными на связь, допустим, с теми же Соединенными Штатами. Есть такая возможность однозначно уничтожения кабелей, тем более все знают, где они находятся, охранять его практически невозможно. То есть если будет поставлена задача кабель порушить, он будет точно порушен. Единственное, один из вариантов, это перевод уже на определенные космические механизмы, то есть спутниковые механизмы передачи данных, а не кабельные, то есть подводные. Один из механизмов. Потому, я так думаю, это именно такая диверсификация в систем управления, систем передачи данных, она только может позволить на 100% быть уверенным в том, что связь не оборвется. То, что россияне точно перережут кабель, они уже это делали, для них это, в принципе, небольшая проблема, и не только россияне. Дело в том, что, ну, под водой это надо еще определить, какой подводный аппарат выполнил задачу по уничтожению связи. То есть это может быть, начиная от Китая и заканчивая теми же йеменскими хуситами. Да и много, в принципе, заинтересованных в этом, в такого рода действиях, включая в том числе и Россию. Надо быть просто к этому готовым, понимая, что защититься нельзя, надо создавать новые системы связи, но и, еще раз повторюсь, очень важно как раз локальная оборона. То есть
оборона, допустим, внутрі материкової. Британський аналітичний центр Policy Exchange, який, власне, публікував кілька тижнів тому доповідь на цю тему, він закликав уряди різних країн західних розробити стратегію війни на морському дні. І от у передмові, власне, йдеться про те, що зараз Альянс вступає в нову еру підводних воєн. Це так? Ну, це нереально. Просто є речі реальні, є речі нереальні. То есть невозможно сотни километров, тысячи километров кабеля обеспечить оборону. Ну, просто невозможно. То есть если будет поставлена задача, он будет перерезан однозначно. Потому в этом смысле оптимальный вариант – это как раз другой механизм передачи информации. Другой. Он есть, его все прекрасно знают. То есть это спутники, спутниковые механизмы, либо еще, допустим, стратосферные, ну, то есть есть несколько воздушных механизмов и космических механизмов по передаче данных. А кабеля точно будут перерезаны, если будет масштабная война. Нет механизма их защитить. Потому любые разработки в эту сторону, это примерно как разработки лазерного оружия. Да, можно лучом поводить по облакам, показать, какой он красивый, но выполнить накачку и фокусировку луча на данный момент очень сложно, особенно на большом расстоянии в атмосфере.